Физкульт, привет! В эфире информационно-аналитическая программа о спорте «Хет-трик». Мы вышли из отпуска и готовы снова знакомить вас с самыми важными новостями из мира спорта, а также наша студия готова принимать самых интересных гостей. И на старте сезона, что телевизионного, что хоккейного, мы рады приветствовать нового главного тренера хоккейного клуба «Торпедо» Дэвида Немировский. Дэвид, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что нашли время. И в первую очередь спешу вас поздравить с прошедшим днем рождения. Конечно, прошло в трудах наверняка, потому что сейчас идет подготовка к новому сезону, но об этом чуть позже. Я знаю, что вы родились в русской семье, в Канаде, в русской семье. И, по идее, вы неплохо говорите по-русски, да? Но, как сказать, вы русскому языку овладели, потому что у вас в семье разговаривали на русском языке? Или вот уже когда вы играли в КХЛ, овладели великим русским могучим? Я, конечно, дома разговаривал по-русски, когда в школу ходил на английский и учился русский дома с родителями. Конечно, приехал в Россию, научился и получше сейчас. Ну, на самом деле, это большое подспорье, когда тренер может с легионерами на их языке поговорить. И чтобы вам сейчас было комфортнее, с удовольствием приглашаю к нам в студию Владислава Бахтюрина. Владислав, проходи, пожалуйста. Непростой человек, скажем так, стоял на передовой на чемпионате мира, если не ошибаюсь. По-моему, языковой патруль, да, называлось? Языковой патруль. Так что вам в помощь, смело отвечайте на английском языке. Итак, все-таки... Начнем с хоккея, естественно. Да, в Канаде, наверное, ну вот новорожденным сразу, наверное, клюшку, да, дарят, потому что это в Канаде спорт номер один. Ну, а если говорить о вас конкретно, все-таки как вы пришли в хоккей? Насколько я знаю, вы увлекались ведь не только хоккеем в детстве. I started playing hockey in Canada because hockey was the biggest sport in Canada, but my family, my parents, my dad, my grandfather and his grandfather, we come from a soccer family, so soccer was number one. But again, playing in, living in Canada, hockey was like a religion, so of course I fell in love with the sport when I was younger, and I played it since I was a little kid, and played other sports too, but mostly hockey. Действительно, хоккей – это спорт номер один в Канаде, и спортом номер один в моей семье являлся футбол. Мои родители, бабушка и дедушка, тоже очень любили футбол, но поскольку в Канаде хоккей является практически религией, я очень заинтересовался этим видом спорта и начал им заниматься. Ну и в своем первом интервью при службе «Торпедо» вы сказали, что, по идее, уже в своей хоккейной карьере всегда мечтали стать главным тренером. Ну и вот, наконец-то, ваша реальность осуществилась, да? Ваши мечтания ваши стали реальностью именно в Нижнем Новгороде. Ну, кому за это говорить спасибо? Понятно вам за ваше стремление. Как случилось, что вас пригласили? Кто пригласил? Когда пригласил? Долго ли думали? I got a phone call from Jan Golubovsky, informing me that they were considering me to be a head coach for Torpedo, and I didn't think very long. It was a couple seconds, and I agreed on becoming the coach. This was a dream come true for me. I always dreamed about being a coach. Even when I started playing hockey, I always knew that after my hockey career, I would be a coach one day. And at the same time, when I got the offer to coach Torpedo, I also had two offers to be a head coach in major, junior, and OHL, and a couple offers from three teams in the NHL for lower management and maybe a scouting or a coaching job in the minors there. Мне позвонил Ян Голубовский и предложил стать главным тренером Торпедо. Я, недолго думая, принял его предложение, потому что я всегда мечтал стать главным тренером, даже когда я играл в хоккей, я знал, что однажды я стану главным тренером какой-то команды. Мне также предлагали работу в двух молодежных клубах, а также стать менеджером по селекции и другие должности, но я
мечтал стать главным тренером «Торпедо», и моя мечта стала реальностью. Ну, наверное, сразу «Торпедо» еще не мечтал. Так случилось, что стал «Торпедо». Ну, а теперь как раз вот о Нижнем Новгороде, в котором вы оказались, за что, ну, надеюсь, мы будем благодарить судьбу, но этот сезон покажет. Итак, все-таки Нижний Новгород. Успели ли вы познакомиться с какими-то достопримечательностями нашего города? И может ли случиться такое, что можно увидеть неспешно прогуливающегося Дэвида Немировского где-нибудь по Нижневолжской набережной, например? I like to walk a lot. I haven't seen everything in the city yet. I have a lot of practice, a lot of time for preparation. So when I have my free time, I walked on the Pokrovska Street, and I always walk around the center. It's not very hard to see me. I'm always walking, always outside. I like to be outside and I like to go for long walks. Да, действительно, я очень люблю гулять по Нижнему Новгороду в свободное время. Я уже гулял по Большой Покровской, а также по центру города. И на самом деле меня очень часто можно встретить на улице. Я очень часто гуляю в парках. Да, ну имейте в виду, у нас хоккей очень любят. Да простят меня футбольные болельщики, хоккей у нас спорт номер один. Так что готовьтесь, автографы, разговоры, фотографии. Но давайте продолжим все-таки о хоккее. Судя по трансферным новостям, которые буквально посыпались как из рога изобилия, сразу же, как только вас назначили главным тренером, вы в работу, видно, включились сразу. Да? И в плане игрового состава традиционно наиболее пристального внимания всегда, пристальное внимание уделяется легионерам. В России так принято. И вот под свои знамена вы позвали уже трех канадцев, защитника Мэтью Боди, нападающих Эндрю Кейлофа и Энди Милли, ну и также шведа-защитника Филиппа Хольма. Была еще одна фамилия в этом списке, но Блум как-то неожиданно покинул «Торпедо». Что случилось? Блум had some family issues, and for family reasons we had to terminate the contract. He wasn't able to come join the team, and we didn't know when he'll be able to join, so we made a decision together to terminate his contract, and we wish him all the best, and hopefully everything is great with him. К сожалению, по семейным обстоятельствам этому игроку не удалось присоединиться к нашей команде. И неизвестно, сможет ли он присоединиться к «Торпедо» в обозримом будущем. И поэтому мы решили расторгнуть контракт без взаимных претензий. И мы желаем ему всего самого наилучшего в его карьере. Все равно и без него у нас... Я уверен, у нас есть на кого посмотреть. И все-таки о легионерах в двух словах. По какому принципу отбирали их? Наверняка еще и лично знаете многих из них. Немного о легионерах в двух словах. Например, там вот о первом Мэтью Боди. Мэтью Боди is a very skilled offensive defenseman, and we scouted him, and he's very, very skilled, very quick on his feet. He can read the play, and He's dangerous all the time on ice, so we like him because he's very offensive. Это прекрасный атакующий защитник. Он очень техничный, скоростной игрок, и он хорош не только в обороне, но и в атаке, что для нас очень ценно. Ну, как этого ждут болельщики, чтобы у нас полетели голы. Также Эндрю Кейлов и Энди Милли. Я посмотрел видеонарезки с ними, такие боевые ребята тоже. Эндрю Кейлов, he's a pure scorer. Somehow he scores goals. He's always in the right place and right time, and that's what a goal scorer does. He finds the proper places on the ice to score goals. Эндрю Кейлов действительно умеет забивать хорошие, красивые голы. Он умеет оказаться в нужном месте в нужное время и завершить атаку. И поэтому это прекрасный игрок для «Торпедо». Впереди у нас традиционный долгожданный кубок губернатора по хоккею, но «Торпедо» еще до этого как раз долгожданного события успела провести контрольную игру. Мы как раз можем пустить фоном сейчас видео от этого благотворительного матча, и как раз, собственно, об этом матче хочется поговорить. О благотворительности чуть позже, непосредственно о хоккее в этом матче. Первый период напугал. Что случилось в первом периоде против матча со столичным «Динамо»? I think it's the first period of hockey that the players have played in a long time, maybe 3-4 months. So
I guess they weren't ready, and we talked about that in the dressing room, and they know that we can't start like that, and it was a bad start. But second and third period, they picked up the game and they played well the second and third, and I was happy with that, and but not happy with the start. But sometimes it happens, and it's the first game in the summer. Я думаю, так случилось, потому что игроки проводили свою первую игру за долгое время, за 3 или 4 месяца, я думаю. И действительно, это было очень плохое начало матча, и мы говорили об этом в раздевалке, что нельзя так начинать матч. Но я считаю, что команда просто была немного не готова. Это случается, когда команды играют свою первую игру за долгое время. Ну, на самом деле, зато потом команда порадовала. Да, пусть в счете проиграли всего 1 шайбу, но было уже приятно посмотреть. И приятно вспомнить, что ведь в первую очередь это был благотворительный матч. Мы помогли всем миром, скажем так, да, болельщики, хоккеисты помогли замечательному вратарю молодежки Скифа. Приятно делать добрые дела. I think it's always good to do stuff to help people. I think when people need help, you always have to help everybody. And I think it was a good feeling for everybody. And I think everybody was excited to help her. And we're all excited to see her play. And I did mention after the game that we're going to help everything possible for her to get back and playing hockey again. And when she does play her first game, the whole team will be there and the coaching staff in the stands. Я считаю, что благотворительность – это всегда хорошо. Человек получает хорошие ощущения, когда делает добрые дела. И действительно, мы делаем все возможное. Мы принимали большое участие в том, чтобы поддержать Варвару, чтобы она поскорее вернулась на лед и оправилась после операции. Ну, а нам надо, к сожалению, уйти на небольшой традиционный тайм-аут. Сразу после него мы вернемся и продолжим разговор с новым главным тренером хоккейного клуба «Торпедо». Так что не переключайтесь, мы скоро вернемся. Еще раз здравствуйте. На канале НТВ продолжается информационно-аналитическая программа о спорте «Хет-трик». И мы продолжаем разговор с новым главным тренером хоккейного клуба «Торпедо» Дэвидом Немировским. Дэвид, мы закончили, ну, скажем так, анализом, первую часть нашей программы закончили, ну, неким анализом первой контрольной игры этого сезона. Но впереди, помимо Кубка губернатора, и самое ожидаемое событие, сам чемпионат, КХЛ. И уж, откровенно говоря, болельщики устали от возни по борту, ну, тот хоккей, который раньше показывал, вот последние годы показывала «Торпедо». Какой хоккей в исполнении «Торпедо» мы увидим под руководством Дэвида Немировски? The style of the game «Торпедо» will play this year is very active, aggressive, forechecking, not necessarily running around, hitting, but more smart hockey. We want to hold the puck possession. We always want to have the players be creative and very offensive, so our game is going to be very offensive when we have the puck, and when we don't have the puck, we're going to have very tight systems to defend. Игра хоккейного клуба «Торпедо» в этом сезоне будет очень атакующей. Нам необходим высокий прессинг, высокий процент владения шайбой. Но игра будет не только атакующей, мы будем играть в очень умный хоккей. Но нам необходимо набирать в скорости и показывать очень активную игру. Да, болельщики этого ждут, очень ждут. И, слава богу, еще есть время подготовиться к новому сезону, в том числе и путем выступления на Кубке губернатора. Подобные предсезонные турниры вы лично рассматриваете как просто этап подготовки к сезону, или все равно в голове есть, что мы должны взять этот кубок, тем более он местный? I think we always want to win, so of course you come to the tournament, you want to win the tournament, but
Our goal was to see if the stuff we worked on in practice in our systems, if the guys understand it, and also to check certain players and challenge them and see what we have in our lineup. Конечно, когда начинается какой-то турнир, всегда есть желание и цель выиграть этот турнир. Но нашей основной целью на данный момент все же является проверка атмосферы внутри команды, насколько ребята готовы к новому сезону, проверить способность хоккеистов понимать задачи на предстоящий сезон. И, конечно же, на практике применить то, что мы отрабатывали на тренировках. Ну, кстати, насчет тренировок, спасибо пресс-службе хоккейного клуба «Торпеда» и «Торпеда ТВ». У нас есть возможность заглянуть, скажем так, за кулисы и понаблюдать, как проходят тренировки хоккейного клуба «Торпеда». У нас для этого есть видео. И все-таки действительно на тренировках на что делается упор? По физике уже все готовы, вошли в форму, все? I think they're almost at shape to start the season, but we still have some time to make it even better. So I think everything's going by plan. I think by the time the season starts, they will be in top form. Я думаю, что команда не совсем до конца готова к началу сезона, но у нас все же еще есть время, чтобы привести игроков в наилучшую форму. Но я думаю, что все пойдет со временем, с течением игры. Ну, как раз к тому, что еще и время есть подготовиться. Дэвид, вы так поглядываете на картинку с тренировок. Я надеюсь, мы никаких секретов там не открыли, не показали, ничего. Ну, слава богу. Кстати, о «Торпедо». В Нижнем Новгороде «Торпедо» все-таки клуб номер один и клуб с историей, с огромной. Старше только хоккейный клуб «Старт», но это немного другой хоккей, это русский хоккей. Вот о «Торпедо», о традициях. Окажись сейчас рядом с вами, да, ваши, допустим, канадские друзья, родственники. Вот прямо сейчас, что бы вы им рассказали о «Торпедо» в двух словах? Что это такое за клуб? Ну, не знаю, рассказать людям. I told everybody back home what kind of team Torpedo is. It's one of the first teams, if not the first team, to officially register in Russia. I think it was five teams registered in 1946. And it's got a big tradition, and I was telling them it's almost the same tradition as the Toronto Maple Leafs back home. It's a, the fans are hockey fans, and it's a hockey town. Я говорил своим родным и знакомым в Канаде, что «Торпедо» — это один из первых клубов в России, тогда еще в Советском Союзе. Один из? Если не самый первый. Насколько я знаю, в Советском Союзе было пять клубов, которые были основаны в 1946 году. Я также рассказывал, что Нижний Новгород – это хоккейный город, и здесь граждане болеют всей душой за главный хоккейный клуб «Торпедо». Это точно. Болеет на контрольном матче, это вы еще в половину, наверное, убедились. Хотя вы же, будучи игроком, приезжали в Нижний Новгород, вы видели, как здесь болеют. Трибуны, они гонят команду, так что понимаете, ответственность большая. И как раз вернуться к разговору о «Торпедо», о традициях. Кто такой Виктор Коноваленко? He was the goalie for the Russian national team and for Torpedo. Он был основным вратарем сборной Советского Союза и хоккейного клуба «Торпедо». Да, отлично. Причем я должен, наверное, нашим зрителям объяснить, что это вопросы с подковыркой, я о них не предупреждал, поэтому еще один такой. Варнаков, Скворцов, Ковин. Ну, конечно, they're all Варнаков was a forward. His son plays for our team right now. His jersey's in the, hanging in the stands there. And Skvortsov, they're all players. Kovin, they're all players for the Russian national team. And I believe even Kovin, if I'm not mistaken, lives in France. Варнаков, конечно, был выдающимся форвардом в составе «Торпедо». И так же, как и Скворцов и Ковин, их имена вывешены на плакатах под сводами комплекса «Нагорный». Так, да, шпаргалка же там висит. Да-да-да, продолжай, извини.
Их имена и фамилии висят под сводами комплекса Нагорный. И некоторые из них играли за границей. Ну, играли за границей, играли за сборную. И если уж говорить о современной истории «Торпедо», то имя Михаила Варнакова-младшего, его тоже, оно уже все, оно неразрывно связано с «Торпедо». Да, несколько сезонов, к сожалению, он не играл в команде, но сейчас, слава богу, ну, на радость тысяч болельщиков «Торпедо» он вернулся и снова будет выступать в бело-синем свитере. А ведь вам, Дэвид, будучи игроком, удалось поиграть против Михаила Варнакова-младшего. Да, вы оба нападающие, лоб в лоб вам редко приходилось встречаться, но тем не менее. Вот с другой стороны площадки Михаил Варнаков, что за игрок такой? Oh, I think he's a very good hockey player. I remember playing against him. I think he's always fast and very dangerous on the ice. And so far what I've seen is he's a good leader. He's always trying to score goals and he's always working hard. So we're really looking forward this year for him to lead the team. Это очень хороший хоккеист, на мой взгляд. Мне удалось однажды играть против него. И я замечаю в нем лидерские качества. Я считаю, что он очень опасен на льду. И в предстоящем сезоне мы ожидаем от него очень агрессивной и активной игры. И надеемся, что он будет вести за собой команду. И, ну, наверное, уже, к сожалению, заключительный вопрос, потому что эфирное время заканчивается. Последние годы одна из, ну, скажем так, печалей, да, со стороны болельщиков была в том, что экс-главному тренеру Петрусу Скудре ну, не доставляло удовольствия, что ли, смотреть на нашу молодежку повнимательнее, приглашать игроков. Есть ли шансы у воспитанников Нижегородской школы хоккея расцвести под взглядами Дэвида Немировски? I think so. I think that's one of the things we're going to do is really look at what we have in the junior team and in the VHL. We hired a special scout for our team that I talk to every day, and he's always watching the junior team and the VHL team. His name is Vladislav Klutchkov, and he's our team scout, and he's always watching them. And then if I have free time, I'm watching games too. I watched the game 2 days ago with Чайка versus Локомотив. Да, действительно, я думаю, что у молодежи будет шанс, как вы говорите, расцвести в родном городе. Я периодически наблюдаю за играми молодежных команд и команд высшей хоккейной лиги. В хоккейном клубе «Торпедо» также следит за молодежными хоккейными клубами и клубами ВХЛ менеджер по селекции Владислав Клочков. И действительно, в этих лигах есть очень много талантливых хоккеистов, которые могли бы попробовать свои силы в хоккейном клубе «Торпедо» в будущем. И совсем недавно я сам с удовольствием смотрел игру клуба «Чайка» против «Локомотива». Да, «Лока юниор», две победы, собственно, приятные такие предсезонные события, радостные события. Для лично меня, я уверен, для наших зрителей огромная радость была видеть вас в нашей программе. Надеюсь, Дэвид, что вы не в последний раз пришли в эту студию, мы с вами будем видеться очень часто. Огромное спасибо, что пришли, удачи вам, увидимся на Кубке. Владислав, тебе тоже огромное спасибо за помощь. Ну, а я с вами на этом прощаюсь, к сожалению, на сегодня все. Увидимся, как всегда, ровно через неделю. Ну, а пока, пока-пока и не забывайте дружить со спортом.